Всем приветики. Сейчас я вам покажу ту зарядку, которую я делал в поликлинике в кабинете ЛФК. Там был инструктор, она говорила, что делать, и я делал. И сейчас я покажу, что именно я делал под ее диктовку. Кстати, хотелось бы заметить, что я показываю именно для наглядности, потому что когда просто говорит инструктор, и вы его слышите, но не видите, как это делается, может быть непонятно, что именно нужно делать. И поэтому я показываю, что было и слышно, и видно. Но при этом вы должны понимать, что я могу делать что-то неправильно. То есть, например, когда она говорит «вынимаем ноги вверх», это означает, что прямые ноги вверх. А у меня почему-то, я когда их поднимаю, они слегка согинаются. Вот это неправильно. Ну, то есть, вы слышите и видите, но как делать, вы уже должны определиться сами, понять сами, как именно делать правильно, более полагаясь на слова инструктора, потому что показываю я именно для наглядности. То, что я показываю, это не значит, что нужно именно точно так и делать. А то вы тоже будете поднимать ноги присогнутые. Нет, это неправильно. А вот насчет правильности вы уже должны сами понимать, как это делается, что если она говорит ноги вверх, то значит прямые. Если там куда-то заводим в бок, то тоже прямые. Вот. Просто у меня не всегда получается. Это для наглядности, потому что вот бывало даже, когда к нам приходили и делали, они не понимали, что нужно делать. И только когда смотрели на остальных, тогда до них доходило. Вот именно для этого и показывается. Вот. И еще перед началом занятия лучше было бы размяться, то есть сделать какую-то зарядку. Ну, там руками пошевелить, ногами, то есть разогреться немножко, чтобы для организма это не было таким резким стрессом, что вы там отдыхали и вдруг резко подорвались и давай там все это делать. Нужно хотя бы немножко размяться. Вот. Поднимаем руки вверх, ложась на пол, тянемся руками вверх, пятками вниз, делаем вдох, опускаем вниз. 4 повтора. Подняли голову, смотрим на носочки, носочки на себя, легли и расслабились. 6 повторов сделаем. Согните ногу в колени, колено руками к животу подтягиваем. Выпрямляем вторую также. На каждую 10 раз. Оба колена сгибаем, подтягиваем руками к животу, подбородком тянемся к колене. 10 повторов. Thank you.
поднимаем прямую ногу, рисуем круги. 10 в одну сторону, 10 в другую, то же самое вторую. Ноги согнули в колени. В разные стороны разводим колени и сводим обратно. 10 повторов делаем. Ноги согнуты в коленях. Оба колена вправо-влево наклоняем. 10 раз в каждую сторону. Ноги ставим широко согнутые. Правое колено к левой стопе вовнутрь опускаем. То же самое второй ногой. 10 раз на каждую. Ноги подняли, крутим велосипед. Таз поднимаем 10 раз. Thank you.
Поднимаем, прогибаемся. 10 раз. Одну ногу согнули, одна прямая. Прямой ногой делаем махи 10 раз. Потом второй. Руки согнуты в локтях, за головой сцепленный замок. По диагонали тянем колено по локтю в колено. 10 повторов на каждую руку и ногу. Руками тянемся вверх, одной ножкой вниз, пяточкой, потом второй, делаем длиннее ногу. Ноги поднимать не надо. 10 раз на каждую. Прямые ноги поднимаем вверх под прямым углом относительно туловища. Одну опустили вниз, коснулись пола, подняли до прямой. Вторую также. На каждую 10 раз. Ноги согнуты в колени. Таз поднимаем. Напрягли ягодицы, задержались на трещотке, затем расслабились. 10 раз делаем. Ложимся на живот. Руки прямые перед собой. Поднимаем правую руку, левую ногу. Удержались, опустились.
опустили, подняли вторую руку. 10 повторов на каждую руку и ногу. Обе руки, обе ноги поднимают, задержались на 5 счетов, так как 5 секунд расслабились. 10 повторов сделаем. Стороны ладонями вниз, ноги согнуты в коленях под прямым углом. Право-влево стопы наклоняем. В каждую сторону 10 раз. Плечи, прямую ногу поднимаю вверх 10 раз. 10 раз одну, 10 другую. Плавательное движение делаем руками. 10 повторов. Руки, упор, локти, плечи. Ноги согнуты под прямым углом. Колено поднимаем вверх 10 раз, потом второе. Руки в сторону, ладонями вниз. Правую прямую ногу заводим за левую прямую широко, носком касаемся пола. Второй ногой то же самое, на каждую 10 раз.
покор приложу. Подтягиваем колено через сторону локтя. И пол второй ногой здесь наказываем. Локти к туловищу прижали, ладошки вниз. Поднимаем верхнюю часть туловища на вытянутые прямые руки, смотрим в потолок. Становимся на четвереньки. Поднимаем правую руку, левую ногу, рукой вперед, тянемся, ногой назад, удержались, опустили. Подняли вторую руку и ногу, удержались, опустили. 10 повторов на каждую руку и ногу. Выпрямили ногу и махаем ею 10 раз вверх. 10 раз одной, потом 10 другой. Ногу в сторону поставим и поднимаем ее вверх 10 раз. 10 раз одно, 10 другое.
Кошку делаем, прогибаем, выгибаем спину. 10 раз, туда, обратно. Колено вытягиваем вперед между кистями рук. С максимальным вперед. Потом вторую ногу получается. 10 раз на каждую. Ноги на ширине плеч, не отрывая рук от пола, садимся попой на пятки. Тянемся вперед, задерживаемся на 4 секунды, затем встаем, не подтягивая руку. 8 раз делаем. Становимся на коленочки, руки в стороны развели, ноги на ширине плеч. Прогибаясь назад, правой кистью левую пяточку достаем, левой правой. 10 раз каждой рукой достаем. Все, можете отдыхать. Пожалуйста. Все, я очень устал.
Я очень устал. В этом всем очень жарко. Я обычно это в трусах делаю. Но на видео в трусах не очень как-то. Вот поэтому запарился, честно говоря. Ну вот, такую тренировку, физкультуру под присмотром лечебная физкультура. Вот такую лечебную физкультуру мы делали в поликлинике. Вот. Так что я записал инструктора, а теперь делаю это дома. Вот. Так что для поясницы это все, для кровообращения малого таза. Вот. Ну, я с простатитом был у меня и такую вот зарядку делал. Помогает, кстати. Когда поделаешь, так оно как-то там кровь начинает сильнее двигаться и легче потом становится. Вот, так что такая вот тренировочка. На этом все. Всем покидываю.